much for your hospitality and welcoming me here, yourself and family, also Nicolas Dutko, in Ast, in Alden, in the south of Yakutia, in a beautiful gold country, Zolota Sharta, which in Blizhny, Zolota Zimla. So, спасибо большое, Сергей, Син Саша, Марина и Елена. Спасибо большое, пригласить меня, если вы в дом. You want me to talk about my expedition? I'm here because I'm on a bicycle. I'm going around the world human powered, and I started in Alaska, and I've been going through the Bering Strait, Bering Japolif, then Chukotka, then Kamchatka Koryakokrug, then Magellanska Oblast, and finally Yakutia. And I arrived last summer. I stopped for the winter, and I'm back now to continue on a bicycle. And I'm gonna go south to Nyirungri, and then continue down to Chito. And obviously, in Kamchatka Koryak and in Chukotka, I did that by pulling a sled, walking, and skiing. Now I can do this on a bicycle. But I'm very glad that thanks to Bolot Boshkarev, we were able to meet, and that thank you for inviting me and showing me this gold country. So yeah, it's nice. Bolot, my друг. Френд мой Болот, знаком я также с ним в Якутске. Он ваш друг тоже там вас встречал, правильно? Да, да, да. Правильно. Ваши еще планы на какие дальше маршрут вы сейчас идете? После завтра я иду на специальный Эвенки фестиваль, ближний Альдан. И после завтра мой план это я иду на велосипед больше дальше на Шурмен, Нирунгри, Скороводино, Невер Скороводино, и дальше на Чито. И после Чито на я иду на Чита или Чито, люди говорят здесь. И после я иду я встречаю мою девушку и вместе мы иду на велосипед на Монголию. Китайский и Казахстан. Много километров дальше, если я могу, и если мой велосипед могу тоже. В будущем планы, я так немножко слышал, если железная дорога до Якутска будет, вы хотели бы маршрут такой по железной дороге, да, как-то сделать? На поезде. На поезде. О, да. Вот эта дорога интересна, потому что я пешком и велосипед 7500 километров между Анкоридж и здесь. Никогда я веду вокзал. Первый вокзал был на Томот и сейчас на Альдан. So, это интересно. Но я вижу много дорожник на дороге и поезди дорожник тоже, и электрик линии люди, и мегафон люди. So, это много людей строит, много. Это интересно видеть прогресс на Якутии. И если один день есть поезди между Альдан и Якутск, я хочу видеть на поезде, потому что я вижу на велосипед, это интересно вижу на поезде. И поезди Якутск посмотрели. Ну, там осталось немножко построить мост, довести до Якутска, и по планам я не знаю, когда, но такое предстоит. Да. Так, ну завтра, значит, у вас праздник, Якутский фестиваль хотите посмотреть, чтобы на память что-то отснять, увезти с собой. Да, мне нравится учить local национальную культуру, когда я иду. Как Чопчи, Корияк, Ивен, Сара и сейчас Ивенки. И тоже себе русский жизни на эту культуру, как вы. Почему русские это здесь и еще. Мало ли как бывает.
Бываем мы во Франции, в Америке, бываете вы, ваши друзья, мы ваши друзья. То есть друзья остаются, неважно, где они живут. Да, да. Вот. Так что наши встречи, возможно, еще когда-то будут. Когда-то будут. Ну, а пока мы вот вручили вам на память наш символ нашего города. Спасибо. Чтобы вспоминали иногда о нас. Спасибо большое. Я хочу говорить, в следующий раз вернусь на Сиэтл. Мой дом – это твой дом. Есть такой, у нас говорят так у русских. Мой дом – твой дом. Правильно, на следующий раз, когда вернусь. Да. А я вот дострою свой дом и вас приглашу сюда. Не как туриста, а как друга. Спасибо. А так вообще через вас, ну, приглашаю всех желающих посетить наш край. Покажу все, что смогу, что у меня здесь наработано по нашим традициям, нашим народностям, нашим северам. Потому что вот, честно сказать, я сам много по заграницам ходил. О России мало знают, а о Якутии вообще никто ничего не знает. Да, да, да. Считают, что это пустое пятно на карте. Правильно я говорю? Да, это очень... Вот редкие такие люди, вот как вы попадаетесь, кто именно здесь путешествует, бывает, интересуется. А большинство, вот я общаюсь в сетях, в интернетах, Якутия даже не знают, что там и кто там, и... Что это такое? Правильно. Ну, вот я даже живу здесь, и я стараюсь это просвещать свой край, где живу. Ту народность, ту природу, ту вот, свой край. Как могу. И очень рад, когда приезжают вот такие люди с другого, ну, мира, назовем так, мира. Как бы сдалека, Франция, там, Америка. Тоже от нас далекая. Но мы о ней знаем куда больше, чем, например, знают о нашей Якутии. Ну, правильно же? Да.